Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин antlife.com.ua. Перед вами лежит две модели. Слева это THL T200 и справа это THL T200C. Эти две модели отличаются в некоторых характеристиках по железу, и основное отличие – это экраны. Я уже отдельно снимал обзоры и на эту модель. Можете посмотреть по ссылкам чуть ниже. Сейчас хочу вам по делу показать только лишь экран. Как вам известно, модели имеют 6 дюймов по диагонали, имеют матрицу IPS и технологию выполнения экранов OGS. При этом отличаются у них разрешение экрана. У полноценной T200 версии у него Full HD разрешение, у T200C у него HD 1280 на 720 точек. Хочу вам сразу же показать, как бы этот ролик предназначается для тех людей, которые выбирают, которые думают, стоит ли переплачивать или не стоит, а если стоит, то за что, и если не стоит, то что мы получим в итоге. Я вам сейчас демонстрирую две модели с разным разрешением экрана. Обращаю ваше внимание на то, что видимой какой-то разницы по разрешению здесь вы найти не сможете. Я вам сейчас сразу же продемонстрирую при близком рассмотрении пикселей. Попробуйте вы увидеть разницу. Направлю я на буковки. И сейчас, в общем, посмотрим. Вот сейчас я настроил картинку. Лежит у меня две модели. Не буду говорить, где какая. То есть я хочу, чтобы вы своими глазами увидели в том, что разницы в пиксельной сетке практически ее нет. То есть здесь выставлены одинаковая яркость максимальная, здесь выставлена, телефон лежит вот друг на другом, вот они вот так вот, поэтому никаких нюансов, никакого обмана здесь нет, просто смотрите, какое это разрешение. Теперь еще продемонстрирую вам вот так вот иконку камеры. И здесь сделаю то же самое. Под низом у меня лежит та же модель, которая лежала на надписи Android 4.2.2. Вот эти модели. Поэтому никакого монтажа, никакого подмешивания других устройств здесь нет. Так, теперь, что касается, по поводу разрешения мы разобрались, что такой огромной разницы в этом плане нет. Теперь, что касается самой матрицы. Я считаю, что Full HD матрица, ну, в принципе, тут уже можно рассказать вам, где какая модель, для этого покажу вам Antutu. Снизу лежала всегда вот эта вот модель, это T200 с Full HD разрешением, и сверху лежала модель T200C с разрешением HD. Теперь, что касается цветопередачи, что касается матрицы. Все говорят во всех обзорах, что просто разрешение отличается, то есть здесь выше разрешение у T200, у T200C разрешение просто ниже. Ничего подобного, на этом отличия не заканчиваются, матрица у T200 полноценного, она подороже, углы обзора лучше и цветопередача в таком более естественном тоне. Что, куда смотреть? Во-первых, по цветопередаче, вот под прямым углом, они идентичны. Я вам продемонстрирую уровень яркости. По запасу яркости здесь все аналогично. Ну вот, вы даже можете уже сейчас видеть, что матрицы немного другие по цветопередаче. Здесь вот в таком режиме очень сложно понять, где лучше, где хуже. Однако, когда мы смотрим различные оттенки, то есть более светлые такие картинки, более темные, уже разница становится видна. Ну, во-первых, я обращаю ваше внимание, вот у меня есть в углу значок Андроида, он красненькая такая фигурка на белом фоне. Лично мне видно, что слева смартфон изображает такой действительно белый цвет, без каких-либо оттенков. А справа эта иконка у нас отображается, да, она белая, но она немножко желтит, как по мне. Давайте я вам продемонстрирую. Смотрите, белая машина какая-то здесь вот. Как по мне, снизу она действительно белая.
А сверху изображение какое-то желтоватое. Плюс зеленые оттенки сверху машины, они немножко такие поджелтевшие, как по мне. Темные картинки сейчас вам тоже продемонстрирую. Тоже вы сможете посмотреть. Вот фон. Сверху вы видите, какой фон у телефона. И давайте посмотрим углы обзора. Хочу сказать, что у T200 действительно экран со всех углов обзора он одинаковый, он не изменяет цвета, темный фон не становится там блеклым, светлым, каким-то таким. Выключаю свет. Посмотрите, что делает матрица у более дешевого варианта. Она выцветает, она становится белой, светлой. Справа вот эта вот модель, которую я махаю, это T200C с более дешевой матрицей. Плюс ко всему, я хочу вам четко продемонстрировать, чтобы вы поняли действительно, где, что я подразумеваю, когда я говорю, что смартфон желтит. Беру T200 модель с HD, с Full HD экраном и показываю вам углы обзора, что экран такой, какой он есть. Со всех сторон он цвета свои не меняет. По диагонали, не по диагонали, без разницы. Теперь я беру модель T200C с HD матрицей. И я вам демонстрирую. Смотрите, здесь он синеет. Это отчетливо видно. Вот. А здесь он отчетливо желтеет. Это вот такие вот небольшие недостатки этих бюджетных матриц. То есть, какой можно сделать вывод? Экран для таких непридирчивых пользователей в будущем. Экраны, что тот хорош. По разрешению, что вам говорят, что вот будете видеть пиксельную сетку, да ничего подобного. Это и то разрешение уже очень хорошее, очень высокое, и разницы вы никакой вот просто для себя в пользовании вы не заметите. Единственное, что да, экран этот видно по углам обзора, даже когда там два телефона лежат с включенными экранами, ты как-то где-то сдалека проходишь, видно, что тут картинка четкая, а тут как будто покрывается какой-то беленькой пленочкой, и плюс либо синит, либо желтит, как я уже показывал. На этом, в принципе, все. Ждем обзора сравнения экранов в смартфонах MTK6592. Хочу вам продемонстрировать, что это получится и какой же смартфон сейчас один из лучших в плане экрана, в плане матрицы и цветопередачи и углов обзора, само собой. Спасибо за внимание, всего доброго.